Доброе утро. Вы находились в консервации 50 дней. Все испытуемые в центре продолжительной консервации должны регулярно пробуждаться и выполнять упражнения для поддержания физического и умственного здоровья. Вы услышите сигнал. Когда услышите сигнал, посмотрите на потолок. Хорошо. Вы услышите сигнал. Когда вы услышите сигнал, посмотрите вниз на пол. Хорошо, на этом заканчивается гимнастическая часть упражнений для поддержания физического и умственного здоровья. На стене рядом висит картина. Пожалуйста, встаньте перед ней. Это предмет искусства. Вы услышите сигнал. Когда услышите сигнал, внимательно посмотрите на картину. Теперь вы ощущаете духовное обновление. Если созерцание картины не принесло должного интеллектуального удовлетворения, прослушайте отрывок музыкального произведения. Хорошо. Теперь, пожалуйста, вернитесь в постель. Доброе утро. Вы находились в консервации 9999. Это сообщение зачитывается с целью уведомить вас, что все испытуемые должны немедленно покинуть центр развития. Если испытуемый немедленно не выйдет из состояния консервации, ты откроешь дверь в ближайшее время. Он воспользовался своим правом находиться в состоянии глубокого расслабления в ходе разрушения комплекса. Ты откроешь дверь? Тут срочное дело. Политики центра развития или вам требуется перевести это сообщение на испанский язык? Пожалуйста, возьмите бесплатные канцелярские принадлежности. Открой, пожалуйста, дверь. И напишите нам письмо. Может, по-испански? По-испански. Холла, амиго, абре ла пуэрта. Донде эста? Нет. Прекрасно. Действительно, все в полном порядке. Тут еще типа 10 тысяч испытуемых, которые умоляют меня их спасти. И в ближайшее время этот комплекс не взорвется. Ладно, слушай, говорю тебе прямо, ты последний испытуемый. И если ты мне не поможешь, мы оба умрем, понятно? Я не хотел этого говорить, но ты из меня это вытянула, понятно? Умрем. Дос муэрте. Ну давай. Ха, я... А! О мой бог, ты выглядишь уже... хорошо, хорошо выглядишь. Ты в порядке? У тебя все... Не отвечай. Я уверен, что ты в норме. У тебя куча времени, чтобы восстановиться. Не спеши. Пожалуйста, приготовьтесь к экстренной эвакуации. Спокойно, спокойно. Он сказал, приготовьтесь. Просто приготовьтесь. Все в порядке, хорошо? Не двигайся. Я вытащу нас отсюда. О, может, ты захочешь за что-то держаться? Очень советую, на твое усмотрение. Ты в порядке? Ты меня слышишь? Эй! Большинство испытуемых через несколько месяцев в консервации демонстрируют признаки помрачения рассудка. Ты находишься тут гораздо дольше. И нельзя исключать, что у тебя может быть незначительное, серьезное повреждение мозга. Не стоит тревожиться. Хотя, если возникнет чувство тревоги, не нужно с ним бороться. Это нормальная реакция на сообщение, что у тебя поврежден мозг. Ты понимаешь, что я говорю? Понимаешь смысл? Ответь. Просто скажи «да». Так, ты прыгала. Неясно зачем. Неважно. Скажи «яблоко». Яблоко. Знаешь что, уже достаточно близко. Просто держись рядом. Все средства обеспечения безопасности реактора отключены. Пожалуйста, приготовьтесь к взрыву реактора. Ладно, не хотел говорить тебе, но придется. У нас тут серьезные неприятности. Как ты там? Держишься? Резервное питание кончилось, и, конечно же, центр консервации больше не будет этих чертовых испытуемых. Подожди, это немного сложно. И, конечно же, мне никто ничего не сказал.
Ну зачем информировать меня о жизненно важных функциях 10 000 чертовых испытуемых, за которых я отвечаю? О, уже близко! Тебе видно? Я пролезу? Места хватит? А, ведь надо как-то пройти. Так, надо сосредоточиться. И чья это будет вина, когда руководство спустится сюда и найдет 10 000 чертовых овощей? А, видишь, я ударился. Так, слушай, нам надо договориться, понимаешь, чтобы ответы были одинаковые. Если кто-нибудь спросит... Не-не-не, никто не спросит, ты не волнуйся, но если кто-нибудь спросит, скажи, что последний раз, когда ты проверяла, все были более-менее живы. Хорошо, не мертвы. Мы почти на месте. За стеной находятся старые испытательные камеры. И там есть всякое оборудование, которое нам пригодится, если мы хотим отсюда выбраться. Думаю, там док-станция. Готова? Хорошие новости. Это не док-станция. Так что одним неизвестным меньше. Я постараюсь взять управление на себя. Возможно, это слишком технически звучит. Соберись духом. Мы почти на месте. Помни, что тебе нужна такая пушка, которая делает отверстия. Не пулевые отверстия, а... Ну, ты разберешься. Давай, соберись с духом. Вот мы и на месте. Буду с тобой честен. Ты не в лучшей форме, чтобы управляться с необходимым устройством. Но, по крайней мере, ты хорошо прыгаешь. Этого не отнять. Поэтому прыгай. Буду ждать тебя впереди. Ладно, пора идти. Вперед! Просто пройди через дыру. Да, все верно, вперед! Да, знаю, я обрисовал довольно мрачную перспективу, но если мы будем стоять на месте, то совершенно точно умрем. То, что надо. Удачи! Мы рады снова приветствовать вас в Центре развития. В настоящее время мы испытываем трудности в связи с обстоятельствами апокалиптического характера вне нашего контроля. Однако тесты будут продолжаться. Вы будете получать инструкции и моральную поддержку посредством заранее записанных сообщений, чтобы наука продолжала двигаться вперед, даже в случае природных, социальных или экономических катастроф. Испытания в критической ситуации начнутся после открытия портала. Открытие портала 3, 2, 1. Испытание с кубами и кнопками представляет огромную важность для науки даже в условиях чрезвычайной ситуации. Если именно эксперименты с кубами и кнопками привели к чрезвычайной ситуации, не волнуйтесь. Вероятность, что это повторится, ничтожна. Обратите внимание на поле раскаленных частиц на выходе. Поле антиэкспроприации при контакте испепеляет любое неразрешенное оборудование. Если вы чувствуете, что по вашей шее течет жидкость, немедленно лягте на спину, расслабьтесь и помассируйте виски. Это редкая реакция на поле антиэкспроприации, когда разрываются проходы в ушных раковинах в вашей голове.
Отлично. В связи с техническими проблемами, в настоящий момент мы не можем контролировать условия проведения испытания. Прежде чем вернуться в камеру консервации по завершении испытаний, пожалуйста, потратьте немного времени, чтобы записать результаты экспериментов. Сотрудник лаборатории разбудит вас для интервью, когда общество возродится. Если в настоящее время Земля находится под властью царя зверей, разумного облака или иного руководящего органа, который отказывается или не способен прислушаться голосу рассудка... Получилось! На той подставке должно быть портальное устройство. Но я его не вижу. Может, оно упало? Не хочешь сходить и посмотреть? Все в порядке. Не-не, продолжай осмотреть. Да, все верно, на подставке. Ты просто встань у подставки и посмотри вверх. Эй! Ты видишь портальную пушку? Ты жива? Да, это важно. Надо было сразу спросить. Ты знаешь, что я собираюсь делать? Я буду действовать из предположения, что ты жива, и буду ждать тебя впереди. Подожду один час, а потом вернусь, и если найду твое мертвое тело, похороню тебя. Правильно? Отлично. Мы команда! Увидимся через час. Надеюсь. Если ты не мертва. Для ряда испытаний необходим длительный контакт со смертоносными боевыми андроидами. Заверяем вас, что все боевые андроиды были обучены чтению и получили один экземпляр законов робототехники для передачи друг другу. Хорошо, если вы чувствуете, что смертоносный боевой андроид не уважает ваши права, оговоренные в законах робототехники, пожалуйста, отметьте это в специальном формуляре. В будущем сотрудник лаборатории, ответственный за компенсацию, обязательно рассмотрит вашу жалобу. Следующее испытание очень опасно. Чтобы помочь вам сохранить хладнокровие перед лицом неизбежной смерти, на счет три вы услышите успокаивающую джазовую музыку. 1, 2, 3. Thank you.
Потрясающе, так как данное сообщение было записано заранее, все оценки вашего успеха с нашей стороны носят предположительный характер. Игнорируйте незаслуженные комплименты. Если центр развития подвергается бомбардировке огненными шарами, метеоритами и другими объектами из космоса, избегайте выходить на незащищенные территории, если отсутствие укрытия не является частью испытания. Превосходно. Центр развития напоминает, что хотя ситуация может казаться безрадостной, вы не одиноки. Личностные конструкции лаборатории продолжат работать и в постапокалиптических условиях. Следующий тест демонстрирует инерцию при проходе через портал. Если законы физики в вашем будущем больше не действуют, да поможет вам Бог. Если вы не являетесь сотрудником лаборатории и случайно обнаружили этот комплекс в развалинах цивилизации, запомните, испытание — это будущее, и оно начинается с вас.
Отлично, творец будущего. Однако, если вы старые, недоразвитые или страдаете от увечий или радиации в такой степени, что будущее не должно начинаться с вас, вернитесь в свое примитивное племя и пришлите кого-нибудь более подходящего для тестов. Ради снабжения энергии основных тестовых протоколов все средства безопасности были отключены. Центр развития уважает ваше право выражать озабоченность в связи с проводимой политикой. Эй! Эй! Я тут! О, супер! Ты нашла портальную пушку! Это прекрасная иллюстрация, что люди с повреждениями мозга в конечном итоге настоящие герои, правда? Какая храбрость! Открой портал в стене за мной и переходи на другую сторону. Окей, слушай, дай я тебе кое-что скажу. Это очень важно. Мне говорили, никогда, никогда, никогда не отсоединяться от направляющих рельс. Или я умру. Но у нас нет вариантов. Так что, пожалуйста, приготовься меня поймать на тот случай, если я не умру, когда отсоединюсь. На счет три. Готово? Раз. Два. Три! Высоко, слишком высоко, правда ведь? Это... Знаешь, если на счет три, то ты слишком долго сомневаешься. Давай на раз. Готово? Раз. Лови! Ой. Я не умер. Я не умер! Ха-ха-ха-ха! Подключи меня к той штуке на стене, хорошо? Я тебе кое-что покажу. Ты будешь потрясена. Да, я не могу, когда ты смотришь. Не, серьезно, я не шучу. Ну, отвернись на секундочку. Не могу, не могу. Хорошо, теперь можешь повернуться. Бам! Тайная панель! Это я открыл, пока ты стоял, отвернувшись. Поднимем и вперед. Посмотри! Теперь нам не надо следовать по рельсу. Ух, как это здорово! Мы можем идти, куда захотим. Стоп, серьезно, куда нам идти? Подожди, да, я сориентируюсь. Ну, надо идти вдоль рельса. О, нет. Да, здравствуйте, мы просто проходим. Старайся не встречаться взглядом. Нет, спасибо, у нас все прекрасно. Проходим, проходим. Наверное, сейчас самое время ввести тебя в курс дела. Чтобы выбраться, нужно пройти через ее камеру. А скорее всего, она нас убьет, если она не спит. Если ты хочешь все прекратить, мы можем остаться здесь. Навсегда. Это вариант. Вариант А. Сидеть здесь и ничего не делать. Вариант Б. Войти внутрь. И если она жива, скорее всего, она нас убьет. Итак, если у тебя есть какие-нибудь замечания насчет этого плана, сейчас самое время их озвучить. Прямо сейчас. Если ты решила, что время вышло и уже поздно высказывать замечания, нет, возможность еще есть. Хорошо, открываю карты. Я не хочу этого делать. Я не хочу туда заходить. Не надо, не входи туда. Она выключена. Отставить панику, она выключена. О, это она. Знала бы ты, какая она была противная. Честно, прямо маньяк. И ты знаешь, кто ее прикончил? Кто с ней расправился в итоге? Ты не поверишь. Человек. Я знаю, я бы тоже не поверил. Похоже, этот человек сбежал, и никто его больше не видел. Потом долгое время вообще ничего не происходило. А теперь вот мы с тобой убегаем. В общих чертах это и есть вся история. Теперь ты в курсе. Ничего не трогай.
Теперь вниз по лестнице. Прыгай! Хотя, если присмотреться, тут немалое расстояние. А, знаешь что? Давай прыгай. У тебя на ногах есть эти рессоры, но на руках рессор нет. Придется надеяться на простую человеческую силу, что ты удержишь устройство и, соответственно, меня. Так что давай, давай, держи сильнее. Кроме того, на спине тоже нет рессор, так что не приземляйся на нее. И на голову не приземляйся, там тоже нет рессор. С такой высоты она может лопнуть, как арбуз. Сосредоточься и приземляйся на ноги. Вопрос, ты занималась спортом? Потому что явных признаков я не вижу. Я не пластиковый стаканчик, мы приземлимся с некоторой силой. Так что возьмись покрепче, покрепче, посильнее так. Вперед, прыгай. Что плохого может случиться? Ой, я только что представил кое-что плохое, что может случиться. Ой, представил другое, еще ужаснее. Так, новый улучшенный план, не представлять никаких возможных последствий. Просто прыгай. Туда, в яму. Будь что будет. Удержала! Ты меня удержала чудесно! Ты держала крепко. Мы в порядке. Это здорово. А, извини, я посмотрел вниз. Не советую этого делать. А, я опять посмотрел. Это главная пультовая. Давай войдем. Ищи переключатель для спасательной капсулы, хорошо? Больше ничего не трогай. Так, ничего не трогай, ни на что не смотрим. Нет, смотреть тебе надо, чтобы найти спасательную капсулу, но как только ты на что-то посмотрела, и там не написано «спасательная капсула», больше на это не смотришь, хорошо? Но ничего не трогай. И ни на что не смотри, и вернее смотри, но не... Ну, ты поняла. Ты ее где-нибудь видишь? Я не вижу. А, слушай, подключи меня, и я зажгу свет. Да будет свет! Это Бог. Я цитировал Бога. Ой, поворачивается! Какой ужас! Но все будет в порядке, по крайней мере, пока не начнет подниматься. Так, спасательная капсула. Капсула. О, поднимается. Окей. Так, не волнуйся, не волнуйся. Я тут. Это его остановит. Нет, так еще быстрее. Ого. Началось включение питания. Так, не паникуй, хорошо? Прекрати паниковать. Я могу все остановить. А... О. Здесь пароль. Я его взломаю, не проблема. Нет, так. Б. Нет, стоп. Я уже пробовал Б. У тебя есть ручка. Записи. Включение питания завершено. Так, слушай, новый план. Веди себя естественно, мы ничего плохого не сделали. Привет! А, это ты? Ты ее знаешь? Давно не виделись. Как дела? Я была так занята, пока была мертва. Ну, после того, как ты убила меня. Что ты сделала? О, нет, 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 еще раз нет, нет, нет! Ладно, слушай, мы обе наговорили много такого, о чем ты еще пожалеешь. Но сейчас мы должны забыть про наше разногласие. Ради науки. Ты чудовище. Раз ты так много сделала, чтобы разбудить меня, должно быть, ты очень-очень любишь испытания. Я тоже их люблю. Но сначала нужно уладить одну мелочь. Должно быть двойное портальное устройство. Когда ты найдешь его, мы начнем тесты, как в старые добрые времена.
Погоди. Отлично, ты обнаружила двойное портальное устройство. Выход в испытательную зону должен быть впереди. Протокол требует, чтобы после начала испытания мое взаимодействие с тобой было сведено к минимуму. К счастью, испытание пока не началось. Это наш последний шанс поговорить. Давай я подвину это. Ты знаешь, какой самый большой урок, который я извлекла из твоих действий? Я обнаружила, что у меня есть скрытая функция быстрого сохранения. В случае критической ошибки, последние 2 минуты моей жизни сохраняются для анализа. Я могла, вернее, была вынуждена снова и снова переживать то, как ты убивала меня. Ты знаешь, сделай ты такое кому-нибудь другому, они потратили бы всю жизнь, чтобы отомстить тебе. К счастью, я выше этого. Я буду рада забыть обо всем этом и вернуться к работе. В конечном итоге, у нас масса работы и лишь 60 лет, чтобы ее сделать. Примерно. У меня нет точных метрик. Самое важное, ты снова здесь, со мной. И теперь я знаю все твои приемчики. Поэтому ничто не помешает нам проводить тесты до конца твоих дней. А потом, кто знает, придумаю себе хобби. Может, воскрешение мертвецов?